Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. В зале для пресс-конференции «Крыльев Советов» свободных мест нет. На этот раз их занимают неспортивные журналисты. 80 членов городской федерации футбола на 4 года выбирают председателя. Кандидатов четверо, но уже до начала дебатов двое с дистанции сошли. Самоотвод. Сергей Марушко, бывший игрок «Крыльев Советов», арбитр, обещал навести в Самаре футбольный порядок, научить тренеров и арбитров профессионализму, уравнять в правах клубы, проводить соревнования для всех возрастов, от малышей до пенсионеров. Мы уже работали, мы уже возглавляли федерацию футбола. У меня проверенные люди, с кем я уже давно работаю. Это будет и Садовников Васильевич, это будет и Рома Харчев, это будут молодые ребята. То есть мы, в принципе, готовы к работе. Александр Чернышов, депутат городской думы, футбольный промоутер, предлагал объединить усилия команд и арбитров для проведения соревнований на более высоком уровне, чем сейчас это происходит. Говорил о возрождении заброшенных стадионов для тренировок команд и организации турниров. Городской футбол, он находится в некой стагнации. То, что касается там городского футбола, детского футбола, взрослого футбола, там ветеранов, во всех его видах, эта нагрузка как была, так, конечно, и остается. Футбольная общественность определялась в выборе нового руководителя городской федерации 4 часа. В первом туре определить победителя не удалось. Во втором со счетом 45-37 по числу мандатов председателем стал Сергей Марушко. Областная федерация футбола пообещала, что продолжит плодотворное сотрудничество с городской организацией. Большое количество людей согласно с его программой и с его кандидатурой. Поэтому у нас общественная организация и я буду всячески поддерживать. Последним пунктом повестки дня было формирование Совета городской федерации. В нее вошел и Александр Чернышов. Как и на футбольном матче после игры соперники остаются товарищами, так и бывшие кандидаты пообещали совместно поднять самарский футбол на новую высоту. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!